рассказывай. Итак, что еще нового приготовил на Матрикс в этом году? Это первая серия. Наконец-то вышло обновление первой серии. Одно из самых популярных, одно из самых проверенных, но немножко устаревших. И вот мы получаем, наконец-то, Матрикс стиль, новые консоли, новые рамы. И Алексей с удовольствием нам расскажет некоторые детали. С удовольствием расскажу. Наконец-то, слава тебе, Господи, много лет прошло. Наконец-то мы получаем новую первую серию. Не мудрствую лукаво, здесь мы имеем по рамам у великов. Мы имеем очевидное сходство с 3-й, 5-й и 7-й сериями. Дизайн отличный, качество отличное. Цена будет демократичная, понятное дело, потому что это у нас первая серия. Что касается консолей, вы тоже видите новые и, главное, большие консоли. Так нравится жителям Российской Федерации. Поэтому каких-то дополнительных комментариев не будет. Вы, собственно говоря, сами все видите. Что касается Эллипса, у нас есть прекрасный передний приводной Эллипс первой серии. Собственно говоря, понятное дело, что это намек на 3-ю серию. Таким образом, с Эллипсом тоже проблем нет. Коротенько, это все. Здорово, спасибо.